Основные работы по подготовке к празднику Енисейская Уха начнутся уже в эту среду. На главной площади поселка Усть-Кемь полностью планируют скосить траву, также уберут береговую зону и отсыпят ее для того, чтобы гостям было комфортно отдыхать. Кстати, в этом году их ожидается порядка 10 тысяч человек. И, конечно, организаторы уверяют, никто не уйдет голодным, всех накормят фирменной Енисейской Ухой. Одно из главных культурных событий года в Енисейском районе. Праздник Ухи состоится в первую субботу июля. Обсудить детали в поселок Усть-Кемь приехали местные власти. Район встретит гостей и туристов со всей России уже в 9-й раз. Суть праздника заключается в том, что показать людям, река Енисей не только транспортная артерия, не только место, где может там корабли ходят, но там, где живут биоресурсы, то есть рыба. Уха есть тогда, когда есть рыба. Мы же не только, скажем так, занимаем праздник ради праздника, мы выпускаем мальков, осетра, стерляди. Порядка миллиона штук каждый год в районе Прутовского мелководья. Программа главного гастрономического праздника будет, как всегда, насыщенной и разнообразной. Неизменными остаются два традиционных конкурса – на лучшего рыбака и уховара. Гости смогут попробовать более 20 видов самой разной ухи. Классическая сетровой со щукой, тайменем, сборной, любительской, профессиональной и другой. Все это будет ближе к полудню, а вот рыбаки отправятся за уловом с восходом солнца. В 6 утра конкурсантов доставят на место. Всех остальных гостей ждут ближе к обеду. Нужно приезжать к 11 часам. Почему? Потому что в 11 часов до официального открытия праздника начинается конкурс сельских подворий. То есть можно будет пройтись по подворьям, посмотреть. В это же время подворья выставляют конкурс на лучшее холодное блюдо. То есть можно тоже будет отведать. В 12 часов официально стартует сам праздник. Участники уже активно регистрируются. По прогнозам организаторов, наберется порядка 20 самых разных подворий, которые представят на продажу свою продукцию. Конечно, в основном это будет рыба разных пород и на любой вкус. Главная сцена и подворья будут расположены с видом на реку. Необходимо подготовить причал. Там будет подходить либо заря, либо другие теплоходы. Причал обычно делаем с выносом на воду. Будет стоять сцена, экран большой. Все будет транслироваться на экране. Заявки на участие в главном гастрономическом празднике «Енисейская уха 2018» принимаются до 1 июля. Всю подробную информацию можно найти на официальном сайте Енисейского района. Анжелика Александрова, Степан Хрисанфов, Енисей Новости.